Привет! Выходные совсем близко, поэтому самое время подумать, как их провести лучше всего. Ну а о программе, которую подготовил город, расскажу вам прямо сейчас. Поехали! Все лето в уютном дворике музея «Модерна» вечерами пятницы нас баловали атмосферными джазовыми концертами. Осень – это не повод унывать, а напротив, время согреваться. Вечер армянской музыки подготовили для самарцев на этой неделе. Начало в 7 вечера. Поэзия в сердце модернизма. Сегодня вечером в скверике Устинова пройдет поэтический батл. Выбор обещает быть непростым. Цветаева или Ахматова, Есенин или Маяковский, Блок или Рембо. Результаты литературной схватки узнаем на месте. Начало в 15:00. Заключительный гала-концерт фестиваля «Седьмая симфония» состоится в пятницу вечером в Художественном музее. Чрезвычайно насыщенная и разнообразная программа концерта составлена из произведений Шостаковича, Прокофьева, Гаврилина и других. В концерте принимают участие солисты и музыканты Самарского академического театра оперы и балета. Начало в 18:30. В воскресенье в Костеле прозвучат мелодии органа. Концерт духовых начнется в 15:00. В программе старинные танцы, русские сказки, неаполитанские песни и, конечно же, Бах и Вивальди. Самарский литературный музей представляет показ фильма «В Маяковский. Взгляд на историю сквозь призму настоящего». Так его анонсируют организаторы. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма и ведут зрителя в Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как собственную. После просмотра запланирована творческая встреча с автором. Московское шоссе, 17. Начало в 17:00. На этом все. Проведите свои выходные ярко. Всего вам доброго. До встречи.